Над Елеоном плыл янтарный вечер. Он склон закатным солнцем золотил, и набежавший на вершину ветер дыхание в маслинах затаил. Журчал кедрон, и птицы громко пели. Сад Гефсиманский фимиам струил. Все в ожидании благоговело, и миг тот долгожданный наступил. Вифанию у самого подножья наполнил говор радостный людской. С учениками шел Иисус, Сын Божий, вверх поднимаясь каменной тропой. Вот он остановился на вершине, прощально вдаль вокруг себя взглянул. Там, на востоке, Иордан в долине в лучах закатных серебром блеснул, где в тихоструйных бирюзовых водах предтеча Иоанн его крестил, когда впервые своему народу Сын Человеческий себя явил. На севере, сверкая белоснежно, в небесной синеве горел Ермон. Белела в зеркале Генесарецком его вершина в изумруде волн. На берегу Капернаум приморский уже огни ночные зажигал. Не там ли начинался путь Голгофский, не там ли первых он друзей избрал? На западе Кедронская долина, густой, тенистый Гефсиманский сад и панорама Иерусалима, святой Салим, чудесный вечный град, отвергший милость Божью, не принявший его неизреченную любовь, Мессию, как разбойника распявший, поправший искупительную кровь. Еще дворцы и башни красовались, еще стоял величественный храм, но мало времени уже осталось, и зрел неотвратимо Божий план. Христос смотрел с печальным сожалением, предвидя тот грядущий судный день, и грусть легла земная на мгновение на обновленное лицо, как тень. Любви обильный, ясный и спокойный, он на друзьях свой взгляд остановил. За них не раз колено преклоненный, здесь на вершине он Отца молил, чтоб благодать могла в сердца пролиться, и от греха, что Бог всех защитил. На этом месте он и их молиться своей молитвой «Отче наш» учил. И Царь царей, Создатель мироздания, дает совет апостолам своим, чтоб в ожидании обетования не покидали Иерусалим. И ум их, к разумению Писания, подняв завесу таинства, отверз, что надлежало быть его страданием, и он страдал, и умер, и воскрес. Что, начиная от Иерусалима, в столетиях человечеству всему спасение даст его святое имя, и что они свидетели сему. И вот к нему обращены все лица, в глазах надежда, преданность, любовь, и поднялась воскресшего десница, благословляя всех учеников. Темнели раны на руках воздетых, и вдруг лучами неземного света был лик Спасителя преображен, когда от них стал отдаляться он и растворился в синеве небесной. Уже окутал мир ночной покров. Они ж стояли все на том же месте и все смотрели в глубину миров, где замерцала звездная ограда обители небесного Отца. Казалось, что вечерняя прохлада влилась в осиротевшие сердца. Но вот два небожителя явились и с чудной речью обратились к ним. Что в небеса вы взоры устремили, не навсегда вознесся Божий Сын. Он одесную Бога на престоле, но славный день уже в веках грядет. Сын человеческий по Божьей воле, как Царь царей на землю вновь придет. Какая радость снова охватила сердца скорбящих учеников. В душе надежды вырастали крылья, и дух возликовал от этих слов. А с высоты небес смотрели очи и наблюдали, как сыны земли шли ободренные навстречу ночи и миру имя вечное несли.
11 апостолов Христовых, 11 светильников живых, 11 венцов земных терновых, а в лучезарном небе золотых.